Успех обслуживаемых атомайзеров и мощных батарейных модов был феноменальным. В свободной продаже и онлайн-магазинах появились десятки новых моделей от известных китайских производителей. Не отставали и отечественные умельцы, оттачивая свое мастерство и воплощая в жизнь оригинальные и инновационные идеи. Именно на этом этапе наметилась тенденция к уменьшению габаритных размеров правильной электронной сигареты. Появились первые бокс-моды, то есть батарейные блоки, выполненные в форме коробочки. А также стики, размеры которых сведены к минимуму благодаря атомайзеру, утопленному в тело батарейного блока. А сейчас мы побеседуем с автором популярного отечественного устройства формата стик. Встречайте, Андрей и его детище, названное просто и лаконично «Союз». Андрей, расскажите, как создавался мод «Союз» и чьей идеей было так его назвать? Ну, это на самом деле такая достаточно длинная история. Вот, в принципе, его и не должно было быть вообще. То есть я не собирался его делать никогда. Вот, но где-то в середине 2013 года собралась такая группа людей на форуме, которые решили создать что-то типа народного стика. То есть такое, которое нравится всем, легкий в изготовлении и все такое прочее. Вот, и я как-то просто свою модель людям показал. Вот, она почему-то всем понравилась. Ну и как-то вот она так завертелась, и в итоге вот получился этот девайс. Вот. Причем первая серия была вообще такая интернациональная, то есть ее делали всем миром, кто-то делал контакты, кто-то делал платы, кто-то коннекторы вообще из Израиля приехали, вот так вот как-то все создавалось, ну вот как-то так получилось. Вот. Название тоже, кстати, тоже было народное творчество, было вплоть до того, что голосование по поводу названия, то есть были варианты, ну в общем все выбрали «Союз», вот так он и получился «Союзом». Специально для новичков, еще не знакомых с данным устройством. Расскажите, из чего оно состоит и в чем принципиальное отличие от китайских аналогов? Принципиальное отличие от китайских аналогов в том, что китайцы очень странно иногда разрабатывают девайсы, и их изделия не очень сильно предназначены для использования. То есть те люди, которые разрабатывают, сами не пользуются. В итоге получаются странные вещи. Вот. У нас же, собственно, разработка именно энтузиастами, то есть он сделан удобным для жизни. Вот. И состоит он, в принципе, из довольно-таки простых вещей. Да, то есть здесь батарейка, плата, испаритель. Ну, испаритель это к нему не относится, это, да? Любой может стоять. Ну и несколько видов кожуха. Вот, все это легко собирается, легко разбирается. Какой этап при изготовлении союзов являлся для вас наиболее технически сложным? Ну, наиболее сложным было собрать все это в кучу. То есть, опять же, повторюсь, он разрабатывался как нечто универсальное, в которое можно поставить любую плату, любые кнопки, любое то, любое все, и вот это все собрать вместе, чтобы это было компактно, удобно и при этом технологично, вот это было, наверное, самое сложное. При покупке парительных девайсов многие пользователи придают большое значение эстетической стороне вопроса. Скажите, дизайн оболочки «Союза», так называемой шкурки, прорабатывался вами лично? Ну, опять же, как и было с шасси, в основном, да, но очень много людей вносили свои идеи, и взять, например, ну вот, один из наиболее популярных вариантов, это вот Рубер, так называемый. В принципе, мне был, как бы, концепт был не мой, то есть мне его просто подарили. Вот, ну, конечно, не до конца, да. Вот, а тот же Industrial, это вот я делал сам собственно, полностью, да. Но еще есть несколько моделей, которые, не знаю, пойдут в производство или нет, но, как бы, есть, возможно, будут в будущем. Итак, с надежностью и эстетикой «Союза» все ясно. А сколько примерно времени уйдет на изготовление одного такого девайса? Ну, когда мы начинали, поскольку все, ну, очень много комплектующих здесь импортные, да, что-то из Штатов, что-то из Китая, то все было завязано в основном на почту, то есть пока это приезжало, и первые «Союзы» собирались чуть ли не по полгода, приходилось их ждать. Вот, сейчас, слава богу, все нормально, то есть у нас все комплектующих запас есть, и, ну, максимум неделя. А то, как правило, мы стараемся держать некоторые запасы на складе, то есть, если люди нужны, они как бы у нас есть на вещи. Как вы оцениваете динамику развития рынка электронных сигарет?
Есть ли, на ваш взгляд, будущее у отечественных батарейных модов и обслуживаемых атомайзеров? Ну, рынок сейчас развивается, и я думаю, что он будет развиваться еще дольше. Можно, наверное, сравнить его с рынком сигарет. Сейчас можно сравнить с рынком мобильных телефонов, 10 лет назад, да, примерно, когда вот они только появились. С одной стороны, вроде было все ими завалено, а с другой стороны, многие вообще не понимали, зачем это нужно или не нужно. Помните, наверное, такое было, да? Сейчас мы пришли к тому, что, здесь сейчас происходит нечто подобное, потому что очень многие, это электронное курение, не буду упоминать слово курение, электронное парение, да, это, в принципе, очень здоровая альтернатива обычным табачным сигаретам, но очень многие этого пока не понимают, и, я думаю, что рынок будет развиваться, потому что чем больше, тем больше людей начинает понимать, что это более здорово и более вкусно, в общем-то, и самое забавное, что это даже дешевле, чем покупать сигареты обычные, да, поэтому рынок будет развиваться, и, думаю, бесконечно. А что касается конкретно российских модов, тут все, наверное, сложнее, потому что очень большой поток идет из Китая, они выпускают новинки, каждый день практически выходит что-то новенькое, не все можно использовать, но есть и хорошие, да, девайсы, но те цены, которые предлагают Китай, они значительно ниже того, чем можем сделать мы здесь в России, да, то есть у нас получается очень дорого пока что. То есть нужно либо выходить на какие-то очень большие объемы производства, что, не очень просто, либо выходить на какой-то другой уровень, то есть делать что-то эксклюзивное, мелкосерийное, то есть вот так вот. Не знаю, чем это закончится, но пока что в России достаточно сложно это делать. Расскажите про Vape ProLine, а также других, помимо союзов, выпускаемых вами девайсах. Мы организовали Vape ProLine для того, чтобы обеспечить российских пользователей качественными батарейными модами, сделанными в России. Мы планируем выпускать, чтобы каждый, в принципе, парильщик мог найти для себя что-то в нашем ассортименте. То есть наша цель – обеспечить всех россиян хорошими, качественными, вкусными, удобными, по возможности недорогими батарейными модами. На данный момент у нас в ассортименте, собственно, «Союз», про который мы сегодня говорили, и есть еще вот такой батарейный мод «Стратум». Это бокс, да, очень компактный. Здесь используется плата SX350, одна из, наверное, лучших плат на данный момент, которая в мире, которая за деньги продается. Пока два у нас таких вот девайса, будет больше. Планируете ли вы в ближайшее время расширять линейку собственных устройств? Да, конечно, у нас сейчас, на самом деле, достаточно большое количество моделей в разработке. Не буду называть сроки, но скоро выйдет линейка на модов на новой отечественной плате, так называемая Барби. Очень хорошая плата будет, и там будет целая линейка сразу запускаться. Кроме того, текущие тоже будут расширяться, то есть модернизироваться, Стратум, Союз, все будет новые версии выходить сейчас в разработке. Различные варианты подставочек, там других аксессуаров тоже будем запускать в ближайшее время. Как-то так. Спасибо. Всем известно, что вкус – дело индивидуальное, и угодить миллионам потребителей, выпуская одну и ту же по содержанию продукцию, не только сложно, но и значительно снижает перспективу дальнейшего развития каждой уважающей себя компании. А как добиться успеха на уже, казалось бы, устоявшемся рынке определенной категории товаров? Может быть, попытаться изменить классические представления о них? Именно об этом мы и поговорим с нашими следующими гостями. Борис, вы активный и постоянный участник ежемесячных встреч питерских вейперов. Скажите, каждый раз, приходя на данные встречи, вы находите для себя что-то новое? Однозначно нахожу. Во-первых, я хожу на встречу пообщаться с людьми. Народ, который занимается вейпингом в Санкт-Петербурге, очень интересный, умный, образованный. Соответственно, есть о чем поговорить, не обязательно о вейпинге. Конечно, очень интересно повертеть новые девайсы, посмотреть, потрогать, покрутить.
понять конструктив, что-то вынести для себя, может быть, впоследствии приобрести. Кстати, могу сказать, что питерские встречи – это отличная альтернатива для новичка не проходить платное обучение. Придя на встречу, ты можешь посмотреть, потрогать, попробовать. Тебе посоветуют, что купить в нужной ценовой категории, например. И ты можешь уже приобрести качественную вещь и радоваться вейпингу. С недавних пор вы занимаетесь реализацией и продвижением в массы собственной линейки жидкостей Vapor Drops. Что послужило основной предпосылкой подобного решения? Исторически так сложилось, что я находился в поиске дзена, своей жидкости. И я находился, соответственно, в состоянии нестабильности. А для меня это состояние не очень приятное. Пришлось, значит, искать. Нашел. Впоследствии комрады с форума, знакомые, друзья и так далее, попробовали эту жидкость и сказали, что это может выстрелить. Так, в общем-то, и получилось. То есть жидкость, одобренная щепетильными комрадами, которую я сам делаю. При создании ваших жидкостей как долго проходил поиск своих собственных уникальных рецептов? Ну, на самом деле, это довольно трудоемкий процесс. То есть просто налить основу и долить ароматизатор. Это несложно. Несложно даже подобрать себе интересный вкус, который ты сможешь парить. Но постоянно, чтобы это парить, это очень проблематично. Нужно задуматься о таких фактах, как поставщики постоянной аромы. То есть, чтобы жидкость, которую ты выпускаешь и производишь, не менялась со временем от поставки к поставке. Это очень важно. Я, то есть, не только вкусы предоставляю людям, я предоставляю людям стабильность. То есть жидкость от раза к разу будет стабильная, постоянная и качественная. Не так, как у многих производителей, покупая в месяц одно, в следующий месяц другое, в следующий месяц третье под одним и тем же названием, получаешь немного разные, но похожие вкусы. Как нам стало известно из соответствующей форумной ветки, продажей и распространением вашей продукции вы занимаетесь вдвоем с вашей супругой. Как расшифровать аббревиатуру названия вашей маленькой организации? Все очень просто. Моя дорогая жена взяла мою фамилию. Соответственно, SAS Labs, S&S Labs, это первая буква моей фамилии. То есть занимаемся вдвоем, я S и вторая S, моя половинка, вторая моя жена. С момента начала продаж вы добились каких-то ощутимых успехов? Скажу так, я рассматриваю это не как бизнес на самом деле, а как хобби. То есть я несу в массы качественное, недорогое и доступное. На самом деле мы не гонимся за продажами, за большим объемом и так далее, потому что занимаемся только вдвоем. Для нас намного важнее отзывы и отношения, потому что это хобби и позитив. От этого мы получаем позитив. Очень приятно получить на форуме. Бывают поэтические отзывы, бывают какие-то технические отзывы и так далее. То есть, в общем, это еще один способ черпать позитив из людей. Планируете ли вы расширять производство жидкостей и их ассортимент? Или, может, вы ставите перед собой куда более значительные цели? Ну, по первому вопросу, расширяться пока не планируем. Потому что объемы на самом деле небольшие, да, бывает тяжело, но мы справляемся. По поводу ассортимента. Опять же, лично я не планировал, но по заявкам форумчан и людей, которым нравится моя жидкость, уже делается два дополнительных вкуса, вкусняшки так называемые, да. Опять же, лично мне, наверное, они на постоянку не пойдут, но если людям понравится, то они будут. По поводу глобальных целей, нет, на жидкость я не ставлю. Это, опять же, я говорю, получение просто позитива и, может быть, маленькой копеечки. Я ставлю на самом деле на моды, на производство модов. То есть у меня сейчас в планах именно выполнение и проектирование своей электронной сигареты. Живой, качественной, деревянной. Как вы считаете, на что новичкам стоит обратить особое внимание при выборе вкуса жидкостей? Самое первое – это выбор именно самого вкуса и реакция организма на этот вкус. Если человек новичок и только бросил курить, его рецепторы, они еще не очистились.
Соответственно, поначалу он будет пробовать приторные сладкие вкусы, например, либо приторные табачные вкусы. На это нужно обращать внимание. То есть вкус со временем будет раскрываться лучше, лучше и лучше, покуда будут чиститься рецепторы. Поэтому лучше изначально взять жидкость не очень приторную. Самое главное на самом деле в выборе жидкости – это выбор концентрации никотина. Да? Новичок должен опустить концентрацию никотина относительно своих сигарет. Потому что если он серьезно нацелен на то, чтобы бросить курить, он будет парить чаще. Если он будет парить чаще, количество никотина будет поступать больше. Соответственно, возможно, неприятное, что есть в вейпинге, это передоз никотиновый. Да? В этом нет ничего ужасного, но неприятное состояние. Да? Вот. Это первое. И, конечно, я бы советовал сразу приобрести качественную электронную сигарету. Опять же, побывав на нашей встрече. Потому что электронная сигарета качественная, да, пусть даже это будет клон китайский, но качественный, который тебе посоветуют, помогут, расскажут, она раскроет совершенно другие ощущения, нежели то, что сейчас продается в большинстве магазинов. Традиционный вопрос. Напутствие тем, кто стоит на пороге непростого выбора, переходить на парение или нет? Однозначно переходить. Есть только плюсы, лично для меня. Я минусов не заметил. Во-первых, вкус есть, пар есть, вокруг не пахнет. Значит, вреда здоровью пока доказанного нет. Да? Во-первых, ты делаешь приятно окружающим, приятно делаешь своим близким, не напрягаешь их. И, конечно, я скажу уже сейчас точно, что это реально намного дешевле, нежели курить. Конечно, да, переходить. Переходить, переходить, еще раз переходить. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Ник на форуме Маста СПБ. Вы представляете в Санкт-Петербурге линейку жидкостей Infinity Space. Как вы познакомились с создателем этой линейки, Алексеем, и приняли решение о сотрудничестве? На самом деле мы познакомились совершенно случайно. В какой-то момент я решил заказать тест-пак жидкостей. На тот момент тест-паков не было вообще, но Алексей в качестве исключения сделал для меня небольшую партию, скажем так. Я попробовал ее, мне это очень понравилось, и, соответственно, мы стали обговаривать условия, поскольку я принял решение развивать данную линейку у нас в городе, то есть непосредственно в Петербурге. Вот. После недолгих переговоров мы приняли решение в дальнейшем, скажем, заниматься брендом вместе уже. Расскажите о жидкостях Infinity Space. Как давно они появились на рынке и в чем, на ваш взгляд, их ярко выраженная неповторимость и уникальность? Жидкости появились на рынке в Москве, соответственно, в сентябре 2014 года. Уникальность наших жидкостей в том, что они имеют неповторимый вкус. Соответственно, у нас нет простых вкусов. То есть все вкусы уникальны по-своему. И каждая жидкость несет в себе некий посыл, как бы энергетический, скажем так. То есть изначально не ставилось как цель продавать жидкости. Алексей все это делал для себя, перепробовав кучу вариантов, кучу всевозможных рецептов. То есть, соответственно, каждая жидкость – это целый творческий процесс, как написание картины, либо как написание песни. То есть наше творческое объединение больше напоминает музыкальную группу. Мы не ставим целью продавать свое творчество, мы хотим донести что-то этим творчеством до людей. Кассиопея, Орион, Андромеда. В названиях ваших жидкостей прослеживается прямо-таки космическая романтика. Как бы вы прокомментировали сей факт? В основе нашего бренда лежит знак бесконечности. Соответственно, понятие бесконечности у каждого человека свое. Наиболее близкое всем определение бесконечности – это космос. Именно поэтому мы взяли за основу космос. То есть наши жидкости характеризует бесконечность в первую очередь, но в нашем понимании. Соответственно, чтобы было понятно другим, мы взяли космос, знак бесконечности и треугольник. Как объективно вы оцениваете
ваш продукт. По пятибалльной шкале, какую бы оценку вы поставили обсуждаемой линейке жидкостей? На мой взгляд, наши жидкости – это 5 баллов. Алексей считает иначе. Алексей считает, что 4 балла, но по причине того, что упаковка, соответственно, не совсем идеальная, скажем, не такая, как бы мы хотели. Но опять же, здесь есть маленький нюанс. В случае, если мы возьмем другие бутыльки, соответственно, возможно, вырастет цена. Для некоторых наших покупателей это уже серьезный решающий фактор. То есть, чтобы оставаться в некой ценовой категории, мы пока все оставили как есть. Насколько успешно продаются жидкости Infinity Space в Санкт-Петербурге? По данному вопросу могу сказать только лишь, что успешно. Более конкретной информации предоставить не смогу. Где, кроме как лично у вас, можно приобрести данные жидкости? Планируете ли вы поставлять их в крупные магазины? Да, решение о сотрудничестве с крупными магазинами уже было принято. Соответственно, в данный момент мы активно работаем с MoiMod магазин. Сейчас в данный момент открываются представительства в Тюмени, во Владивостоке. То есть мы активно растем, развиваемся. Ну, есть уже магазины, которые с нами работают. Ну, соответственно, мы планируем в дальнейшем также развивать сотрудничество с этими и с другими, с новыми магазинами. Намечается ли, по вашему мнению, тенденция улучшения качества товаров на рынке вейпинга? Ну, на мой взгляд, сейчас и российские производители вышли вперед, и китайские производители учли свои предыдущие ошибки и подтянули качество. Но опять же, в случае с Китаем это лотерея для нас, а в случае с российскими производителями это не всегда низкая цена. То есть я вижу уже сейчас тенденции к улучшению, но насколько это все будет, покажет только время. Тем более, что курс доллара нас не радует в последнее время, а на этом очень многое завязано. То есть мы делаем какие-то позитивные, скажем, прогнозы, но это субъективно наше мнение. Часто ли вы посещаете встречи электронных парильщиков? Нет, я не был еще ни на одной встрече. Ну и, соответственно, пока не планирую, скажем так. Но хотелось бы? Ну, на данный момент нет. У меня есть дела, скажем, которые нужно делать каждый день. А теперь, по традиции, мы дадим слово новичку, одному из новообращенных участников сообщества вейперов. Человеку, который совсем недавно избавился от пристрастия к сигаретам, но уже готов поделиться первыми впечатлениями, связанными с переходом на пар. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Андрей Эдгардович. Андрей, не так давно вы перешли на электронные сигареты, полностью отказавшись от потребления табачной продукции. Скажите, какие причины побудили вас к этому? Ну, история, наверное, моя, как у всех, банальна. У меня стаж курения немного, наверное, побольше, чем у окружающих. У меня стаж курения 40 с хвостиком лет. То есть можете представить себе, да? Сколько накопилось во мне гадости, всяких там смолы и т.д. и т.п. Но им пришлось переходить, какие-то меры принимать. Вот, почитал литературу. И более-менее безболезненный вариант – это вот парение. Первый раз попробовал, очень понравилось. Ну и продолжаем дальше. А ваши первые ощущения от пара вам действительно понравилось или вы выбрали наименьший из зол в угоду здоровью? Ну, первое ощущение от пара, когда я взял вот мод и начал парить, ощущение, ну, полное соответствие с тем, что я курю. Но ощущение того, что я не вдыхаю в себя всякие вредные вещества, а просто, ну, нахожусь в сауне и курю, ну и парю, то есть никакого вреда, никаких побочных явлений для меня, не першило в горле, не сдавливало горло, то есть голова не кружилась, ну, все отлично получилось. Пришлось ли вам менять обычный уклад жизни в связи с переходом на электронику? Как в первую очередь ваши близкие отнеслись к такому решению? Ну, вы знаете,
близкие. По некоторым данным, близкие, собирая средства на установку непрежизненного памятника, то есть за бросание курения, был уже звонок Церетели, то есть собирает бронзу, то есть идет процесс. Это за то, что я бросил курить. А уклад жизни как изменился? Ну, если раньше я вставал, искал сигареты, то есть первую сигарету, да, с утра, то сейчас как-то уклад вот поменялся, то есть я иду, мою, завтракаю, потом, значит, беру только вот мод и начинаю парить. То есть изменился в лучшую сторону. Я стал меньше хвататься. Ну, то есть, если раньше хватался за сигарету, 5 минут я хватаюсь, 5 минут я хватаюсь. Сейчас это, конечно, намного реже. Во-первых, это идет какое-то стеснение. На улице ты куришь сигарету, да? Никто тебе вроде не говорит. Тут уже вот с таким ящиком, с таким модом как-то немножко неловкость такая возникает, да? Вот в эту сторону изменился. Но я доволен, что я перешел вот именно на парень. Еще раз повторяю. Из всего многообразия вкусов жидкостей для парения, на чем остановились вы и чем руководствовались в своем выборе? Ну, я ранее говорил, что у меня стаж большой курения, больше 40 лет. Естественно, когда я переходил на пар, мне привычнее было классика, то есть табачные вкусы. Ну, соответственно, как-то сразу я вот нашел, то есть даже не нашел, мне подсказали магазин «Корсар», и там как-то сразу вот нашел «French Pipe», есть такая жидкость, да? Она очень напоминает табак, и я сразу как бы начал вот его парить. Ну, турецкий табак, то есть классика, табачный вкус. А другие вкусы, ну, это, понимаете, когда читаешь вот на форуме отзывы о жидкостях, да, то, конечно, это сам восторгу нет предела. Это пишут там поэты буквально, романтики. Это, значит, сладкий сентябрь, там, зимняя свежесть. А рецензии на эти жижи – это нечто вообще. Это надо считать и сразу вот брать жидкости и парить. И слава богу, что они мне под руки не попадаются. А так пока классика-классика, табачный вкус. Ну и по крепости, соответственно, тоже 6 миллиграмм, 12 миллиграмм. Вот так вот. Несмотря на солидный возраст и огромный жизненный опыт, в вейпинге вы пока новичок. Подходит ли к вам выражение, что учиться никогда не поздно? Ну, заветы Ильича, Владимира Ильича, не Леонида Ильича. Учиться, 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 никто, по-моему, сейчас актуально. Поэтому я только за. Но учиться, конечно, никогда не поздно, но чему учиться? Вот вопрос. Если учиться, значит, набрать пара, а потом выпустить на полковом, то, конечно, я этому учиться не буду. Как делают некоторые, да, наберут и потом... Вот, ну зачем это? А по модам, по атомайзерам, конечно, это интересно, это увлекательно. Все новенькое. Сразу хочется, хочется, хочется. Но, конечно, если я пока ограничиваю, вот я остановился на вот этой модели. Мне пока хватит. А учение только приветствую. Конечно, это никогда не поздно. Еще не так давно ежемесячно на табак у вас уходили значительные суммы. Изменилось ли что-то на сегодняшний день? Ну, конечно, конечно. Я потратился только одноразово, где-то порядка 5-7-8 тысяч. И как бы забыл про эти тысячи. А и пошла, ну, экономия, понимаете, я даже не представлял, что такое экономия. То есть, если я раньше в неделю тратил 1,5-2 тысячи, то сейчас, ну, 300-200 рублей вот так. То есть экономия ощутимая. И по бюджету, и по семейному бюджету. Хватает теперь на всякие развлечения, на излишества разные. То есть очень-очень экономится. Андрей, вы посещаете встречи электронных парильщиков? И как вы считаете, приносят такие мероприятия ощутимую пользу новичкам? Ну, до сих пор я еще на встречи не ходил, но на форуме слежу. Потому что понимать под встречи.
познакомиться с новыми людьми, узнать что-то новое, это интересно. Поэтому я пока слежу на форуме, как люди отзываются от этих встреч, что нового, что полезного они для себя приобрели. И зависит от этого, я буду ходить на эти встречи или не буду ходить. Но я слежу за этими встречами. Спасибо большое. И напоследок мы приготовили для вас небольшой сюрприз. А сейчас мы пообщаемся с настоящими легендами вейпинга. Эти парни известны не только посетителям Asic Talk, но и завсегдатаем портала YouTube. С завидной периодичностью они выпускают свои видеообзоры, в которых объективно оценивают самые горячие новинки, появляющиеся на рынке электронных сигарет. Это москвич Кирилл, более известный как Жорж Батарейкин или Буч. А также его ближайший коллега и соратник из Молдовы Алекс, видеообзоры которого в последнее время буквально взорвали интернет. Итак, прямо сейчас. Видеомост, Санкт-Петербург, Москва, Кишинев. Хай, ребята! Приветствую вас из Питера. Первый вопрос к вам. Как давно вы занимаетесь обзором электронных сигарет и сколько обзоров у каждого из вас на счету? Я занимаюсь этим уже года 3, наверное, вот так плотно. А на счету, последний раз, когда я смотрел менеджер видео, там было 400. Ну, там еще постиралось сколько-то не с моим лицом, потому что у меня сейчас канал народный и много кто еще приходящий. Ну, много, несколько сотен. Я занимаюсь с мая месяца прошлого года. И получается где-то 80 у меня обзоров, наверное, до 100, не больше. Когда смотришь ваши видеообзоры, создается впечатление, что у каждого из вас безумное по количеству коллекция всяческих парительных девайсов. Соответствует ли это действительности? По поводу девайсов, может быть, впечатление такое создается, но оно ошибочное, потому что огромное количество девайсов, которые мне приходят, оно раздается, иногда продается. У меня не так много на самом деле. Сейчас вот я пытаюсь остановить это, но чуть больше 10, но никак не сотни, потому что собирать целую коллекцию, особенно китайскую, я не имею такой задачи и не хочется мне особо. Как у коллекционеров ножей, у них не может быть много ножей. Остаются только интересные девайсы, остальные куда-то все уходят. У меня на самом деле девайсов дома много, много разнообразных, и объясню почему, потому что я в основном, бывают такие моменты, когда я сравниваю девайсы во время обзора, и они мне нужны, но есть, которые я пользую на постоянке, где-то штук, наверное, 5, вот, которыми я пользуюсь постоянно, а так их реально много, у меня 4 шкафа, которые вот забиты разными устройствами, потому что постоянно откуда-то что-то приезжает, какие-то компании высылают магазины, и это пока складывается. Магазина у меня своего нету, поэтому как-то так, либо друзьям, либо остается дома в шкафчиках. На канале YouTube вы давно прославились. Ваши обзоры постепенно стали своеобразным эталоном качества. Новички, безусловно, ориентируются на ваши ролики при выборе своего первого парительного девайса. Эта популярность выходит за рамки интернета? Вам подходят на улицах, берут автографы? По поводу популярности, да, она выходит за YouTube, но выходит только в том плане, что один раз меня встретили в Ашане, это было давно, когда еще канал не так был развит, то есть популярность только среди парильщиков. Да, узнают, там, когда в редкие случаи я где-то могу находиться, где там магазинчик какой-то или еще было такое, да, то есть я вижу человека в первый раз, он говорит: привет, Кирилл, там, тра-та-та, да, есть такое, но автографы не берут, и супер-мега-звездой я себя не считаю.
Я не так давно, как я уже говорил, занимаюсь всем этим, но есть уже люди, которые реально меня знают. У нас тут, ну, Кишинев, где я живу в Молдове, да, небольшой, по сути, город, и у нас немного вейп-шопов, и когда я нахожусь где-то в гостях в одном из вейп-шопов нашего города, да, есть, приходят люди и говорят: о, привет, мне нравятся твои обзоры. Но большинство меня людей знают в России, да, и в Беларуси, Казахстан, ну, русскоговорящая публика. Естественно, они меня нигде не встретят, потому что я совершенно в другом городе нахожусь. Ну, а так, да, ребята, которые местные здесь в городе, узнают. Есть такое. Но я себя тоже звездой не считаю, я еще слишком маленький для этого, чтобы заниматься такими глупостями. Алекс, как у вас в Кишиневе обстоят дела с ежемесячными встречами? Нету ежемесячных встреч. У нас пока вейпинг развит очень слабенько, в основном все парят егошки, и для того, чтобы собрать каких-то таких продвинутых старых вейперов, ну, можно по пальцам на самом деле пересчитать. И на самом деле мы и так встречаемся, допустим, там каждый вторник я там езжу в один из магазинов, и мы там садимся, общаемся в течение дня, ребята подходят, кто-то приходит, кто-то уходит, но так это человек 5, 6, 7, 8, до 10 максимум. А таких вот больших сейшенов, где-то, чтобы мы встречались, парили, дрипки. Нет, у нас здесь очень все не развито. Очень не развито. Пока. Посмотрим, стараемся, делаем что-то. Кирилл, посещаете ли вы московские сходки, так называемые шабаши? Нет, я их не посещаю, потому что был опыт в свое время, и в том числе я организовывал даже какие-то встречи. Вот на тот момент это было все сыровато, оставило такой не очень хороший отпечаток. Вот, а сейчас, может быть, я бы и что-то такое посещал, но просто некогда. Просто некогда, потому что очень много дел, очень много работы, и вот как-то не получается. Да и потом состав полностью поменялся, то есть те люди, которых я реально знал, с которыми я начинал, то есть когда форум был молодой, их уже практически не осталось, потому что они либо не посещают тоже встречи. Ну, там несколько старичков вот присутствует конкретно на московской встрече. Вот, а так в основном новые лица, ну, не знаю, может быть, не столь мне это интересно. Мне потому что мне хватает, у меня огромное количество общения, во-первых, в онлайне, потому что, ну, много с кем я общаюсь, много кто мне пишет, а во-вторых, меня посещают, скажем так, в единственном числе, то есть у меня достаточно такой, ну, небольшой, но есть круг общения с которыми людьми, которые приезжают ко мне там, и с которыми я общаюсь. То есть вот как бы вот в таких сейшенах я особо не нуждаюсь. Ребята, по поводу вашей растущей популярности, как обстоят дела в семье? Жены не ревнуют? По поводу растущей популярности, прежде всего я бы хотел сказать, что меня она радует в том плане, что популярность вообще каналов о вейпинге, моего, Алекса, там, да любого обзорщика вот индивидуальных испарителей, а не электронных сигарет, потому что мы от этого слова, я-то хочу отойти, чтобы мы не ассоциировались вообще никак с аналогом. И в том числе сигаретами. Меня это радует в любом плане, потому что народ бросает курить. Я считаю, что это большое благо, это очень хорошо. А по поводу ревности жены, ну, жена у меня умная, и если муж не дает поводов, то это глупо. По поводу популярности и вообще того, что происходит в социальных сетях и, в общем, в интернете, внутри всего этого. Да, реально, очень много людей сейчас подключаются к этому всему. Это, как говорится, 2015 год, я думаю, будет вот таким ударным для вейпинга. И очень много людей, которые начинают интересоваться, спрашивать, задавать вопросы. Даже пишут благодарность за то, что Алекс, и с помощью тебя, а также Кирилла, мы бросили курить. Спасибо вам большое. Ну, это очень радует, и мне это очень нравится на самом деле, потому что как-то так приятно на душе. А по поводу семейных дел... Совершенно никак, потому что, ну, во-первых, у меня немножко специфика работы другая, да, я как бы в ночной сфере, и жена моя привыкла к тому, что я где-то работаю в большом количестве народа, вокруг много девушек и всего остального, вот, а вот это вообще очень невинно, когда ты дома наедине
с камерой, сам с собой. Так что на самом деле жена вообще никак не ревнует и наоборот к этому хорошо относится. Слово. Эти обзоры, где вы их делаете? На собственной жилплощади? Да, как бы пока нет возможности какой-то студии, и опять же это удобно, потому что в любой момент, то есть муза пришла, я пошел снимать. То есть я говорю, все, меня не трогать, я пошел снимать. У меня пришел сигнал из космоса. Все, поэтому пока разделять нет ни возможности, ни желания. То есть пока, да, у меня есть как бы своя комната, грубо говоря, в которой я этим всем и занимаюсь. Я тоже на данный момент снимаю все дома. У меня все это происходит в большой комнате. Вот на самом деле там за шторкой у меня балкон. Вот, отодвигать не буду, но там дальше уже улица. Вот, но начинал я тоже, если посмотреть хронологию моих обзоров в самом начале, то видно, как я перемещаюсь по всей комнате, можно постепенно собрать картинку моей квартиры по-хорошему. Но студия у меня есть студия, куда я могу переместиться, но сейчас я этого не хочу делать, потому что, во-первых, на улице зима, и туда не очень удобно добираться, и, во-вторых, да, как-то дома подручнее. Сел, приготовился, бум, пошел по ставил камеру, снял. И все дома на месте, в любой момент можно что-то взять и ничего не забыть. Так что, не знаю, может быть, буду постепенно перемещаться в студию, но может быть, это будет летом. Пока, не знаю. Пока дома. А где вы снимаете ваши клоузапы? Это тоже происходит в одной и той же комнате, просто получается вот в той части комнаты. Там у меня стоит мой компьютерный стол, и вон там я как бы все это организовываю. Вокруг меня лампочки, камера и я сзади всего этого. И последний вопрос. Ваше личное мнение по поводу ваших обзоров. Помогают ли они привлечь новых пользователей? Я буду критичен. Мне есть куда далеко расти. Вот, для этого как бы существует очень... Я вообще рад, что есть много обзорщиков, все они разные. Ну, есть, конечно, отдельные личности, которые меня раздражают, допустим, но которых я не смотрю или там еще что-то, но вообще хорошо, что нас много и что мы все разные, потому что я наблюдаю, как делает обзоры там Алекс, как делает еще кто-то. То есть идет все равно, ну, видно, можно посмотреть, что вплоть до того, что слова какие-то, фразы заимствуются друг друга, манера обзоров, кто как снимает. Я в любом случае думаю, что появление любых обзоров, чем больше обзорщиков, тем лучше. Главное, чтобы им было 18 лет хотя бы. И, естественно, они помогают определиться народу, там, то, что, с чего начать, что себе купить и стоит ли вообще. То есть они смотрят на нас и, ну вот раз у них все получается, они еще не сдохли до сих пор, значит, ну и у нас нормально будет все, конечно. На самом деле я начинал с обзоров Кирилла. Вот, когда я купил первую свою электронную испарительную палочку, вот, я так заинтересовался этой темой, нырнул на YouTube, естественно, сразу, и на русский язык я нарвался в первую очередь на Кирилла. Вот, и что мне понравилось в обзорах, и что я вот сейчас стараюсь делать, и почему у меня появилась вот эта вот камера, это клоузап. Самое главное в обзоре это клоузап, потому что человек может реально оценить ту вещь, про которую ты рассказываешь. Он может ее рассмотреть от А до Я, до самых мельчайших подробностей. Вот, поэтому, да, обзоры по-любому помогают людям определиться. Они видят, что находится внутри и как ему дальше, допустим, с этим жить, как он будет это дело мотать, с чем он будет это пользовать. И поэтому, как бы, в своих обзорах я стараюсь показать на самых популярных девайсах тот девайс, который я на данный момент обозреваю. Так что, да, в любом случае обзоры очень помогают определиться пользователям новым, старым, потому что сам вейпинг и сами устройства для парения это как мобильные телефоны, только ценовая категория немножко другая. Здесь можно каждый день менять и покупать что-то новое, но так как сейчас курс взорвался во всех странах, как у нас, так и у вас, поэтому людям сейчас стало немножко сложнее. Ну а раньше, я помню, как раньше, буквально летом люди просто тарились самыми разными устройствами, перепродавали, покупали новые.
это интересно. И мы стараемся сделать для того, все сделать для того, чтобы люди могли на это посмотреть поближе и попробовать что-то новенькое. Большое спасибо тебе, Варя. В общем, всем вкусного пара. Будем трудиться на одно большое общее дело вейпинга, парения, там как хотите. Бросайте раковые палочки. Ребят, спасибо всем большое за то, что да, уделили внимание вот этому вот тройному удовольствию, которое было только что на экране. Вот, хочу вам пожелать всего самого хорошего, естественно, вкусного пара. По традиции, пускай парение войдет в вашу жизнь и останется там надолго. И спасибо вам за то, что вы не курите. Вот так. Варечка, спасибо тебе большое за это лучезарное настроение. Завершить наше плавание по волнам вейпинга хочется на оптимистичной, но отнюдь не финальной ноте. Очень хочется надеяться, что индустрия электронных сигарет получит свое дальнейшее развитие, и спустя год нам будет что рассказать в новом репортаже. Число новых пользователей к этому времени вырастет, а производители электронных девайсов продолжат радовать нас качественными и надежными новинками. Впереди у нас обсуждение последних инноваций, сабомных испарителей и намотки микрокоила на фитиль из органики. Но об этом не сегодня. Вкусного пара и удачи вам! We'll be right back.